Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, а перед нами устройство Samsung Galaxy A51. И в этом видеоролике мы вам покажем, как добавить русский язык в клавиатуру этого телефона и как сделать, чтобы клавиатура была на русском языке. Для этого мы открываем клавиатуру в любом удобном для нас приложении, вообще без разницы в каком. К примеру, давайте я это сделаю в настройках. Можете в любом, каком захотите, можете тоже в настройках. Дальше, в верхней части клавиатуры, мы ищем шестеренку. Если у вас ее нет, нажимаете слева вот тут вот на стрелочку. Она появляется. Если еще в крайнем случае ее нет, нажимаете на три точки. Здесь находите ее и нажимаете, после чего попадаете в настройки клавиатуры Samsung. Здесь, в верхней части клавиатуры, выбираем пункт «Языки» и типа видим все языки, которые у нас доступны на телефоне. Если у вас здесь нет русского, нажимаете «Управление языками», ищите здесь русский язык, вот он у меня здесь находится, и ставим галочку, после чего мы добавили русский язык в клавиатуру. Теперь можем возвращаться к нашей клавиатуре, и чтобы включить русский язык, мы свайпаем по пробелу, и вот таким вот образом мы переключаемся между всеми языками на нашей клавиатуре. К примеру, у меня сейчас здесь есть английский и русский. Если бы вы хотели, чтобы у вас на клавиатуре остался, к примеру, только русский, вы заходите в настройки, выбираете языки и типы управления языками ввода, после чего убираете галочку возле английского. Теперь у вас остается только русский язык, и вы можете пользоваться только ими, случайно между языками переключаться не будете. На этом будем заканчивать. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и всего хорошего. Пока! We'll be right back.